Агентство продвижения экспорта при Министерстве инвестиций и внешней торговли организовало в Риге бизнес-миссию «Made in Uzbekistan». В ее ходе прошли B2B-переговоры, на которых отечественные компании ознакомились с ключевыми особенностями рынка этой страны. Экспозиция открыла новые возможности, подробнее о которых расскажет Надира Закирова. Мы рады приветствовать вас на международной выставке «Рига Фуд». У нас появилась уникальная возможность представлять нашу продукцию на стенде «Made in Uzbekistan». Рост, интерес европейских партнеров к узбекской продукции очень большой. «Made in Uzbekistan». Под этой маркой отечественная продукция стремительно занимает свою нишу на внешнем рынке, все больше расширяя географию экспорта. Товарооборот между Узбекистаном и странами-членами ЕС за 7 месяцев этого года вырос на 15% и составил 2,4 миллиарда долларов. Такому импульсу способствовал полученный Узбекистаном статус бенефициара GSP+. Так, объем узбекско-латвийского внешнеторгового оборота в прошлом году составил 115 миллионов долларов, в том числе экспорт чуть более 49 миллионов долларов, импорт 66,7 миллионов долларов. Данный показатель растет в связи с активным участием нашей страны в международных выставках, в которых представители отечественного бизнеса демонстрируют экономический потенциал республики. К примеру, только недавно прошла экспозиция в столице Латвии «Рига Фуд 2022», где были презентованы экспортные возможности отрасли, инвестиционный потенциал и туристическая привлекательность нашей страны. Также в рамках бизнес-форума представители деловых кругов Латвии смогли получить представление о текущем экономическом развитии Узбекистана, а также ознакомиться с продукцией узбекских компаний. В ходе работы бизнес-миссии прошли B2B-переговоры, на которых отечественные компании знакомились с ключевыми особенностями рынка Латвии, обменялись опытом эффективного взаимодействия и направления кооперации в области поставок отечественной продукции различных сфер в страны Балтии и Европейского Союза. Мне очень нравится презентация насчет овощей и фруктов, которые тоже очень интересны, очень вкусные, которые идут на экспорт на Евросоюз, в том числе балтийские страны. И, конечно, я очень хочу увидеть больше и больше сертификатов по Global Gap, который может помогать тоже фермерам прийти на этот рынок качественной продукции, хорошей продукции, и также быть уверенным, что эта продукция тоже проверена, выращена по высоким стандартам. Ну, на данный момент торговля с Латвией, Узбекистаном уже происходит, но есть место, где мы можем еще расширить международную торговлю. В основном, конечно, те товары, которые проходят через таможню, это пластик, это овощи, фрукты, орехи. Чем богат Узбекистан? В данный момент, конечно, мы предлагаем со своей стороны обеспечить всю необходимую таможенные процедуры в самые кратчайшие сроки. И приглашаем узбекских предпринимателей выбирать, импортировать или экспортировать грузы через Латвию. Экспоненты уверяют, что для многих данная выставка открыла новые возможности, расширила тесное взаимодействие с потенциальными партнерами по бизнесу, которое в ближайшее время положительно отразится на доходах от экспортных поставок продукции.